Добрый день всем любителям StarCraft. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем с вами полное прохождение сюжетной кампании StarCraft Remastered. Мы остановились перед восьмой миссией «Большой толчок» за Терранов, и мы переходим... В прошлой миссии мы занимались доставкой пси-излучателя. Здравствуйте, командир. Получено новое сообщение. Близится час решающего удара по Конфедерации. Но прежде чем мы выйдем к Тарсонису, необходимо пробиться через последний рубеж обороны конфедератов. Генерал Дюк ведет вас в курс дела. Я защищал Тарсонис более чем в 30 битвах и знаю его оборону вдоль и поперек. Есть три основных орбитальных платформы, которые служат базами для флота Конфедерации. Напав на центральную платформу, мы отвлечем внимание противника, и небольшой отряд сможет проскользнуть через систему планетарной защиты. Генерал, я впечатлен. Не думал, что ты согласишься на лобовую атаку. Все просто. Платформу защищают корпусы Омега и Дельта, а они не чета моим ребятам из Альфы. Ну-ну. А, к сожалению... Что мне не совсем нравится, что мы, в принципе, все время воюем тираны против тиранов. Нам... Ну? Решай быстрее. Ну ладно. Самое время. Смелое решение. Ну ладно. Поверить не могу. Корпус Альфа никогда бы не бросил оборудование. Эпическое раздолбайство. Эпическое раздолбайство, говорит генерал Дюк, который предал своих и уверенно. Летим всем этим летающим барахлишкам. На базу. Приказывай, командир. Координаты получены. Это у нас... Вектор движения задан. Есть. Боевое построение. Держи. Так, забираем, кто здесь есть. Я слушаю. Так, прием, штаб. Уже штаб. Погнали. Вот, поняла. Уже, штаб. Вылетаем. Так, распределяем правильно. У нас у всех зданий есть пристройки. Прием, штаб. Пристегнитесь. Слушаю. Все, ребят, погнали работать. Бежай быстрее. Прям два морпеха и прям уже так обижают. Опа. Опа. Вот такие вот. Требуются дополнительные хранилища. Хранилища нам нужны. Ну хорошо, будем строить хранилища. Так, давайте раздадим. Раздадим хоткей. Прием, штаб. Пристегнитесь, парни.
Ядерная ракета. Что прикажете, Грэм? Я тут. ГСМ готов. Ожидаю. Большая разведка боя. Боевое построение. Ваши войска атакованы. Слышу вас хорошо. Так, так, передавай координаты. Есть. Нужно. Передавай координаты. Решай быстрее. Решай быстрее. ГСМ готов, Гэ. Нам нужен газ, нам нужен... Слышу вас хорошо. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. ГСМ готов, Гэ. Я мало времени. Самое время. Так. Я мало времени. Работа выполнена. Работа выполнена. Молодец. Я сам готов, Кэп. Так, точно. Готов. Насыщаем экономику рабочими. Нам нужен газ. Да, Кэп. 7 минут, Кэп. Так, точно. Починили. Что прикажете, Кэп? ГСМ готов, Кэп. Ожидаю. ГСМ готов, Кэп. Приказ получен. Так, точно. А что у нас? Только один газ, и я думаю, что это будет большая сложность у нас. Недостаточно минералов. Что прикажете, Кэп? Готов к работе. Я тут. Приказывай, командир. Что прикажете, Кэп? Что прикажете, Кэп? Слышу вас хорошо. Что еще? Самое время. Делай решение. ГСМ готов, Кэп. ГСМ готов, Кэп. Отлично, с одного выстрела убивается. Ну ладно. Ваши войска атакованы. Что прикажете, Кэп? Бежай быстрее. Стой! Ну ладно. Неплохая идея. Самое время. Ваши войска атакованы. Строить? Нет, мы не можем строить. Тяжелое наград. Слышу вас хорошо. Так, точно. ГСМ готов, Кэп. Приказ получен. Здесь нельзя строить. 3 минуту, Кэп. Так, а давайте пос... А, это у нас ядерные бомбы. Я думал, мы сканирование, но неплохо было нас сканировать. Но... Ну да, таким образом. Так, я думаю, нам нужны танки. Нам нужны танки.
Работа выполнена. Слышу вас хорошо. Нам нужны танки и морпехи, наверное. КСМ готов, как всегда, куда же без них. Марша, это хорошо. Куда двигать? Работа выполнена. Работа выполнена. Ну? Стиль принял. Приказ убить, командир. Чего так долго? Стиль принял. Готов убегать. Кто на новенького? Ожидаю. Исследование завершено. Тут приказа, Кэп! Готов к работе. Слышу вас хорошо. 8 танк Т. Кто на новенького? Что у нас с минералами, с кристаллами? У меня мало времени. Передавай координаты. Приказывай, командир. Как же долго все строится тут здание. Давайте проверим скорость игры. Настройки, скорость игры высокая, максимальная. Да, ну что ж такое, готов, взял от меня. Supply. Мало времени. Я тут. Вообще миражи всегда были слабы. Работа выполнена. Работа выполнена. Так, работа выполнена. Так, точно. Строим. Ваши войска атакуют. Строим второй. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Недостаточно минералов. Да, с минералами сложно. Жду приказаний. Стим принял. Готов выдвигаться. Так, танки, танки, танки. Во всю строим танки. Жду приказа, Кэп. Выдвигаюсь. Да не вопрос. Ну? Передавай координаты. Ну еще. Бежай быстрее. Работа выполнена. Ну давайте посмотрим, что здесь за... Исследование завершено. Приказ получен. Кто на новенького? Так, так. Понял. Так, точно. Строим дальше. Домики наши. Здесь домики не прятались еще. В отличие от второго Старкрафта. Так, танк. Недостаточно минералов. 150. Ну как это недостаточно? Вот сейчас достаточно. Ну что, есть неплохая армия. Укажи цель! Работа выполнена! Кто на новенького? Жду приказаний. Укажи цель! Я мало времени. Работа выполнена, да? Ваши войска атакованы. Единственное, что меня смущает, это отсутствие сервера. Давайте построим научное здание. У меня мало времени. Кто еще? Ох, толпа пошла, а я танки не разложил.
И я не разложил танки. Так, пока тут активно надо. Неплохо покромсали. Самое время. Зона новенького. Я тут. Боевое построение. А еще. Так, завершено. Ваши войска атакованы. Второй танк. Бежай быстрее. Ну ладно. Бежай быстрее. Ну ладно. Это плохая идея. Стим принял. Готов выдвигаться. Так, да, точно. Недостаточно виспена. Виспен делаем. Танк на марше! А тут уже и кристаллики потихоньку заканчиваются. Ваши войска атакуют. Укажи цель! А кто там? Что-то не очень так. Жду приказа, Кэп! Покатили! Кто на новенькое? Да, Кэп! Выдвигаюсь! Точка сбора была, судя по всему, там. У меня мало времени. Фу-фу-фу-фу. Здравствуйте, командир. Детектор у нас есть на всякий случай. И очень медленный апгрейд. Просто очень. Кто на новенького? Танк на марше! Ваши войска атакованы. Давайте поставим тут турельку. Жду приказаний. Улучшение завершено. Клепаем армию и делаем. Недостаточно виспена. Клепаем армию и делаем апгрейды. Танк на марше! План такой. Я поэтому не строю там ни вторые бараки особо, ни заводы, потому что. С моими ресурсами, в особенности количеством газа, справляется и... Готов к работе! Кто еще? Бежай быстрее! Приказ получен! Приказывай, командир! Танк на марше! Так, запускаем следующий апгрейд. Улучшение завершено. Так, пехота у нас уже вторая. Недостаточно виспена. Можно, кстати, построить пару суплайчиков. Так, ну поехали потихоньку. Будем двигаться. Кто еще?
Куда двигать? Зона новенькая. Стагер! Укажи цель! С радостью, Кэп! Да не вопрос! Повышенный старт атакован. Зона новенькая. Я тут. Кто еще? Улучшение завершено. Кэп! Выдвигаюсь! Да не вопрос! Покажи. Широким фронтом становимся. Укажи цель! Апгрейд у нас сделался, броня. Ваши войска атакованы. Жду приказаний. Такер! Недостаточно минералов. Жду приказа, Кэп! Да не вопрос! Это... Ага, вот так, они, ребята, сачки. 7 минут, Кэп. Куда двигать? Да, Кэп. Зона новенького. Жду приказа, Кэп. С радостью, Кэп. Укажи цель. Выдвигаюсь. Да не вопрос. Укажи цель! Да не вопрос! Кого-нибудь пристрелю! Улучшение завершено. Кто она новенького? Командир! Недостаточно меня. Куда двигать? Командир, жду приказаний. Оставили мне немножко газа. Не показывай. Так, все ли у нас работает? Все. Командир. Превосходно. Антомарша! Готов выдвигаться. Да я кого-нибудь пристрелю. Командир, зажигаем. Кто на новенького? Куда двигать? Ваши войска атакуют. Так, разведку боем делаем. Да я кого-нибудь пристрелю. Ваши войска атакованы. Улучшение завершено. Дискобар. Dinner open. Так, улучшение завершено.
Что у нас еще здесь есть? Давайте посмотрим. Есть смысл, я думаю. Что прикажете, Кэп? Сию минуту, Кэп. Строить новую базу, хотя. Да, Кэп. Командир. Укажи цель. Так, что у нас здесь за платформа? Жду приказа, Кэп. Где все? Куда двигаем? Принял. Готов выдвигаться. Ну? Улучшение завершено. Недостаточно минералов. Минералов недостаточно. Стим принял. Готов выдвигаться. Кого-нибудь пристрелил. Стим принял. Готов выдвигаться. Зажигаем. Стим принял. Готов выдвигаться. Да я кого-нибудь пристрелил. Стим принял. Готов выдвигаться. Там превосходно. Стим принял. Готов выдвигаться. Превосходно. Погнали. Так, работа выполнена. Слышу вас хорошо. Приказ получен. Улучшение завершено. Стим принял. Готов выдвигаться. Погнали. Ваши войска атакованы. КСМ готов, Кэп. Куда двигать? Да, Кэп. Ваши войска атакованы. Стим принял. Готов выдвигаться. Так, уничтожен отрядик. Да, Кэп. Дона новенького. Кэп, куда готов, двигать? Кэп. Жду приказа, Кэп. Так, вроде бы все. Чувствуется победа скоро. Да я кого-нибудь пристрелил. Жду приказа, Кэп. Кто на новенького? КСМ готов, Кэп. Жду приказаний. Погнали. Вперед, вперед. Да я кого-нибудь пристрелил. Куда двигать? Кто на новенького? Жду приказаний. Где эти коричневые сидят? Вперед. Зажигаем. Погнали. Не знаю, такие длинные миссии, большие карты и особого уже, конечно, интереса. Кто на новенького, Кэп? Стим принял. Готов выдвигаться. КСМ готов, Кэп. Смотрим цели задания. Уничтожить войска конфедерации. Ваши войска. Кто на новенького? Вас понял. Так, Эп. Вас понял. Кто на новенького? Вас понял. Стим принял. Решай, выбегай. Ваши войска атакуют. Что приказали? Кто на новенького? Радостью, Эп. Да я кого-нибудь пристрелю. Кто приказал? Вперед! Вперед!
Пух, пух, пух! С радостью, Кэп! Да что же это тупые танки, ну ёлки-палки. Бежай быстрее. Кто на новенького? Ну? Кто еще? Неплохая идея. Ну ладно. Делаю решение. Кто на новенького? Неплохая идея. Эй, давай координаты. Детектор движения задан. Кто еще? Ваши войска атакованы. У меня мало времени. Оружие Ямато наготове. Бежай быстрее. Задолбали, просто задолбали. Теперь уже не хватает реально бараков. Доделываем недостающие апгрейды. Неплохая идея. Кого на новенького? Готов к работе. Сию минуту, Кэп. Работа выполнена. Кто на новенького? Слышу вас хорошо. Я тоже слышу вас хорошо. Приказ получен. Танк на марше. Кто еще? Кто на новенького? Кто приказа, кто на новенького? Да не вопрос. Выдвигаю. Неплохая идея. Кто на новенького? Работайте, ребята, работайте. А еще, наверное, неплохо бы построить газилочку. Да, жалко нету F2. F2 клик. Куда двигать?
это победа. Какой ценой только? Какой ценой? Так, что по апгрейдам? Здесь 2-3. А у танков 3-3. Кто еще? Да, Кэп! Выдвигаюсь! Укажи цель! Покатили! Но... Укажи цель! Жду приказа, Кэп! Ох... Улучшение завершено. Мне мало времени. Ваши войска атакованы. Решай быстрее. Самое время. Чего себе? Неплохая идея. Ну ладно. Самое время. Жду приказаний. Ну? Но наши больше не умер. Жду приказаний. Ваши войска атакуют. Погнали. Все. Юг на связи. Излучатели установлены и активированы. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Что? Тебе мало конфедератов на Антиге Прайм? Теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие. Она права. Еще не поздно остановиться. Я все обдумал. Можете не сомневаться. Вам дали приказы. Выполняйте их. Ну да, Артур Менгск выглядит здесь совсем подлинненько. Корпус Дельта и корпус Омега уничтожены. Просто сказать, сметены. Несколько десятков кораблей протосов вошли в атмосферу Тарсониса. По всей видимости, они направляются к главному улью зергов. Если они атакуют зергов, силы Конфедерации смогут уйти. Командир, отправьте лейтенанта Керриган с ударной группой. Пусть задержат протосов. Капитан Рейнер и генерал Дюк, оставайтесь на орбите. Сперва ты отдаешь целую планету на растерзание зергам, а теперь собираешься воевать с протосами? Ты еще и отправляешь Керриган на поверхность без прикрытия. Я полностью уверен в ее способностях. Она сдержит протосов, не сомневайтесь. Что за бред?
Керриган, ты это слышала? Да. Я отправляюсь на поверхность. Арктур знает, что делает, и я не могу его подвести. Вот уж не думал, что тебе хочется стать мученицей. Ну что ж, дело приближается к развязке, и мы начинаем. Мы посмотрели небольшой сюжет. Керриган, зачем тебе это? Я знаю о твоем прошлом. Мне говорили, что на тебя ставили эксперименты с зергами, и что Мемкск спас тебя. Но ты не обязана умирать ради него. Черт, да я твой зад спасал куда чаще. Джимми, прошу, не включай рыцаря в сияющих доспехах. Иногда тебе идет, но сейчас меня не нужно спасать. Я знаю, что делаю. Протосы уничтожат всю планету, не только зергов. Я просто знаю это. Я же призрак, помнишь? Когда покончим с протосами, сможем заняться и зергами. Арктур нам поможет. Я в этом уверена. Надеюсь, ты не ошибаешься, милая. Удачной охоты! Я смотрю, они сделали здесь вставки между окошком лица и большим меню. И, соответственно, вот это поле из 9 и карта, они разъехались в стороны. Так, ну что нам нужно? 5. Честно говоря. Я все-таки считаю, что управление намного удобнее во втором StarCraft, и поэтому играть в него поприятнее. Так, точно. Нам зеркало-то трогать не надо, я так понимаю. Так, уничтожьте войска Протоса. Все строения зеркал должны уцелеть. Керриган должна выжить. Тон. Стим принял. Готов выдвигаться. Кэстон готов, Кэст. Пристреливаю. Слышу вас хорошо. А зерги будут ко мне лезть или нет? Вот, не помню. Нужен тут бункер поставить. КСМ готов, Кэп. Да, Кэп. Так, точно. Куда этот раз? Сержант. КСМ готов, Кэп. Стрелятники. Что прикажете, Кэп? Так, точно. КСМ готов, Кэп! Не знаю, поставлю я на всякий случай тут. Может, и не нужно. КСМ готов, Кэп! Сколько нужно рабочих для такого дистанс майнинга? Работа в КСМ готов, Кэп! Недостаточно так, минералов. Вас понял. Слышу вас хорошо. КСМ готов, Кэп. Готов к работе. Готов к работе, тогда приступаем. Так, Кэп. Ладно, нам нужно... Недостаточно минералов. Нам нужны апгрейды. Так, Кэп. Вас понял. Из апгрейдов здесь работа делать нечего.
Что за голос? Ну, на этот раз! Да, ел! Тебе сам готов, Кэп! Тему понял! Что прикажете, Кэп? Сию минуту, Кэп. Так, точно. Вас понял. Приказ получен. Что на этот раз? Что нужно? Что нужно? А что только не нужно? Работа выполнена. Кто на новенького? Так, Эп. Вас понял. Так, Эп. Требуется академия. Что у нас тут находится? Превосходно! Зажигаем! Вперед, вперед! Погнали! Стим принял. Готов выдвигаться. Превосходно! Так, погнали. Это база протоза, это зергов. Она нам не нужна. Работа выполнена! КСМ готов! Пристройка завершена. Вас понял! Что прикажете, Кэп? Приказ получен. КСМ готов, Кэп. Жду приказаний. Вперед, вперед. Зажигаем. Погнали. Превосходно. Зажигаем. Так, вот еще одна база. Вперед, вперед. Превосходно. Зажигаем. Не база, а... Работа выполнена. Так, Эп. Так, апгрейд пошел или нет? В чем дело? Я уже прожал. КСМ готов, Кэп. Стим принял. Готов выдвигаться. Так, Эп. Вас понял. КСМ готов, Кэп. Так, Эп, работа выполнена. Вас понял. Так, точно. Кто на новенького? Что прикажете, Эп? Обязательно вторую инженерку, потому что иначе... Так, стратегию мы, наверное, не будем менять. Марика танки. Лейтенант Керриган на связи. Лейтенант Керриган на связи. База атакована. Так, танк на марше. Хорошие новости. Что прикажете, Кэп? Нет, не застрял, не молодец. Сию минуту, Кэп. Кто на новенького? Исследование завершено. Так, и у меня начинаются проблемы с газом, да? Давайте пару апгрейдов дождемся на дальность, на... Стим принял. Готов выдвигаться. Да, Кэп! Я готова. Кто на новенького? Погнали! Ну что, на этот раз? Слышу вас хорошо. Работа выполнена. Сию минуту, Кэп.
Готов к работе. Кто на новенького? Так, ну вот. Улучшение завершено. Апгрейд и... Ох ты. Я запустил, да? Жду приказаний. Зажигаем. Превосходно. Так, давайте искать наших обидчиков. Вперед. Вот еще один ВСП. Газ. Да я кого-нибудь пристрелю. Жду приказаний, командир. Да я кого-нибудь пристрелю, командир. А, пора строить суплай. Слышу вас хорошо. Построить суплай. Зажигаем. Работа выполнена. Мы опять на платформе, нам придется перелетать. Вперед, вперед. Так, кто на ноль? Требуется дополнительное хранилище. Улучшение завершено. Так, какое получение завершено? В Академии? Стим принял. Готов выдвигаться. Кто на новенького? Стим принял. Готов выдвигаться. Вот так это было раньше. Вот так это сейчас. Завершено. Ого. Сумасшедшая протасы. Я кого-нибудь пристрелю. Командир, погнали. Превосходно. Погнали. Да я кого-нибудь пристрелю. Командир. Что приказать? Да, долго мне это делать. Какая лаборатория? Кто на новенького? Чего? Требуется лаборатория? Какая лаборатория? А, лаборатория, блядь, космопорт. Вас понял. Ну, господи. Кто на новенького? Улучшение завершено. Кто приказа, Кэп? Так, погнали. Тут приказа, Кэп! Кто на новенького? Так, а я ж поставил космопорт делать. Где? Чувак. Так, кто на новенького? Вас понял. Так, а ты застрял, ты не можешь выйти. Ой, господи, прием, ты бог мой, спасаем тебя. А это кто такой? Вы посмотрите. Танк на марше! Что нужно? Чудо-разведчик, это вообще... Куда лететь? Куда вас лететь? Поняла, вылетаем. Улучшение завершено. Ё-моё. Зерги классно лопаются, но от этого не легче. Королеву в жопу. Куда лететь? Вас поняла. Вылетаем. Да, Кэп! С радостью, Кэп! Ух, вот это я задержал. Я же не знал, что тут лаборатория нахуй. Ваши войска атакованы. Куда двигать? Покатили! Работа выполнена!
Работа выполнена, так ставь тогда где-то эту лабораторию. Пристройка завершена. Укажи цель! Да я кого-нибудь пристрелю. Кто на новенького? Главное сейчас запустить апгрейд. Ну, давай, настраивайся. Работа выполнена! Кто на новенького? Куда двигать? Укажи цель! Командир, вперед! Жду приказа, Кэп! Укажи цель! Куда двигать? Не знаю, куда двигать, давайте разбираться. Да я кого-нибудь пристрелю. Командир, Стим принял. Куда двигать? Погнали! Укажи цель! Протос разбирает мою армию. Да, грустная история. Грустная история, я бы сказал. Вообще наглость. Тех, кого я, собственно говоря, охраняю. Кто на новенького? Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Такие дошли прям деловые. Приказа, Кэп! Кто на ноль?
новенького! Да? Танк на марше! Еще нужно 250 газа, конечно же. Кто на новенького? Раз у нас много кристаллов, значит, строим вовсю морпехов. 240. Недостаточно минералов. 50. Кто на новенького? Отлично. Так, дожидаемся улучшения, потому что протосам как-то совсем легко, я бы сказал, удается. Недостаточно минералов. Куда двигать? Укажи цель! Кто на новенького? Зажигаем. Так, и пора думать уже про следующую базу. Кто на новенького? Кто на новенького? Погнали! Стим принял. Что, где мои апгрейды? Жду приказаний. Вперед, вперед! Стим принял. Готов подвигаться. Жду приказаний. Неплохо разбирает протосы, конечно. Стим принял. Готов подвигаться. Его армию. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Недостаточно минералов. Вот. Это уже лучше. Это уже лучше. Кто на новенького? Погнали. Жду приказаний. Жду приказа, Кэп. Да, Кэп. Да не вопрос. База атакована. Кто на новенького? Улучшение. Да я кого-нибудь пристрелил. Надо посадить еще и морпеха. Посадить туда. Минуту, Кэп. Так, кто вообще все, новенького? Хватит строить. Пора. Да, Кэп. Пора. Укажи цель. Куда двигать? Кто на новенького? Пора строить базу. Слышу вас хорошо. Да, точно. База атакована. Это что там было? Похоже на ультралиска. Слышу вас хорошо. Вас понял. Улучшение завершено. Все, наземная техника у меня улучшена. Недостаточно минералов. Так, жду приказаний. Зажигаем. Большой толпой навалимся сейчас. Ваши войска атакуют. Один апгрейд. Укажи цель! Покатились!
Ваши войска атакованы. Да, Кэп. Приказ получен. Переводим рабочих на новое хранилище. Запускаем апгрейды для самолетиков. Вот так выглядят протосовские здания. Ух ты, бог ты мой, да. Всему нам нужны будут кораблики. Командир. Укажи цель! Улучшение завершено. Кто на новенького? Ваши войска атакованы. Кстати, немножко непривычно. Покатили! 4 на 3. Уже. Да не вопрос! Добегает. Покатили! Хотя нет, зачем? Выдвигаюсь! Да я кого-нибудь пристрелю. Так, побольше строим. Спиновый гейзер иссяк. Готов к работе! Задайте координаты. Координаты задали. Дай задали. Кого-нибудь пристрелю. Кто на новенького? Жду приказаний. Дай я кого-нибудь пристрелю. Превосходно. Прием, штаб. Кто приказа, Кэп? Выдвигаюсь. Задайте координаты. Выдвигаюсь. Задайте координаты. Да не вопрос. Работа выполнена. Прием, штаб. Работа выполнена. Пристегнитесь, парни. Уже в пути? Пристегнитесь, парни. Кто на новенького? Вас поняла. Вас поняла. Вылетаем. Пристегнитесь. Кто на новенького? Жду приказа, Кэп! Улучшение завершено. Тим принял. Готов. Прием, штаб! Слушаю! Делаем переброску. Сейчас тряхнет. Уже в пути. Куда лететь? Да, Кэп! Выдвигаюсь! Да не вопрос! Кто на новенького? Покатили! Выдвигаюсь! Да не вопрос! Задайте координаты! Жду приказаний! Командир! Вперед! Вперед! Автомарша! Превосходно! Ваши войска атакуют! Улучшение завершено. Автомарша! Куда двигать? Да не вопрос! Двигайте пока сюда, мы сделаем вам переброску. Задайте координаты. Кто на новенького? Жду приказаний. Вперед, вперед! Ваши войска атакуют. Вперед! Поджарим этих паразитов. Сохраняйте хладнокровие, командир. Помните о плане. Зергом нельзя трогать. Зергом нельзя трогать, это как называется? Да я кого-нибудь вот засранцы. Ваши войска атакуют.
Не, ну Артур Менц, конечно, козел. Придумал с этими. Придумал с этими. База атакована. Так, готов к работе. Медиатор. Так, точно. Что приказание? Стим принял. Готов выдвигаться. Кто на новенького? Слышу вас хорошо. Приказ получен. Да уж. Так, так, точно. Готов к работе. Так. Задайте координаты. Уже в пути. Прием, штаб. Занимаемся перегрузкой. Держитесь. Сейчас придем. Слышу вас хорошо. Приказ получен. Работа выполнена. Работа выполнена. Недостаточно минералов. Что приказаний? Превосходно. Такер! Куда двигать? Кто двигает? Да не вопрос! КСМ готов, КСМ! Куда двигать? Выдвигают! Да не вопрос! Кто на новенького? Жду приказа, КСМ! Командир! Что прикажете, КСМ? Приказ получен. Командир. Так, ну что, тут уже должны разобраться и уже закончить эту игру. Покатили. Радостью, Кэп. Задайте координаты. Зачем протасы вообще разворачивались здесь в базу, если они любят орбитальные удары? Мне непонятно. Ну что мне теперь, нужно искать какое-то здание? Что? Укажи цель! Здесь кто-то ходил. С радостью, Кэп! Выдвигаюсь! Да не вопрос! Здесь проход, оказывается, был, а я переброской занялся. Выдвигаюсь! Покатили! С радостью, Кэп! Да я кого-нибудь пристрелю. Жду приказаний. Стим принял. Готов выдвигаться. Вперед, вперед! Зажигаем. Жду приказаний. Такер! Да не вопрос! Жду приказаний. Ну что ж ты, войска Протоса? Ну и, конечно, великолепная музыка. Ох, это Протос. Что приказание? Превосходно! Вперед!
база атакована. Получено новое сообщение. Это Керриган. Мы база нейтрализовали протосов, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить. Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. База атакована. Народ, вы там скоро? Черт подери, Арктур. Не делай этого. Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? База атакована. Что там у вас творится? Да, во втором StarCraft отличный ролик есть на эту тему, где оставляют Керриган. Связь с ударной группой в Новом Геттисберге потеряна. Генерал Менск приказал немедленно вывести Кархальский флот из системы Тарсониса. Силы протосов продолжают сражаться с зергами по всей территории основного континента. Получено новое сообщение. Не могу поверить, что он бросил Сару. С меня хватит. Присоединяйся ко мне. Иначе кто знает, кого Арктур захочет подставить в следующий раз. Получено новое сообщение. Мои поздравления. Вы отлично справились с заданием. Но у нас впереди еще много работы. Зарождается новая империя, и мы... Да иди ты к лешему! Даже не думайте выступать против меня. Я пожертвовал слишком многим и не собираюсь останавливаться. Пожертвовал? Ты это про Керриган? Вы пожалеете об этом. Возможно, вы еще не поняли. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. Если вы встанете у меня... Флот готов, командир. Ожидаю приказов. К черту, Менгска. За работу. Сканеры показывают, что генерал Дюк активировал основное средство защиты Тарсониса – ионную пушку. Пока она не уничтожена, покидать орбиту планеты опасно. Ну что ж, я думаю, что последнюю, 10-ю миссию мы оставим уже на следующий раз. Но в целом, это прекрасные слова. Этот сектор будет моим, или я сожгу его дотла. И никто меня в этом не остановит.